Сергей Михалков. Прививка. На прививку! Первый класс! Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Я вхожу один из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы или вовсе нервов нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку! Первый класс! Вы слыхали? Это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки.